Добрый день, друзья. Сейчас я вас познакомлю с нашим мастером-приемщиком Юрием. Пройдемте. Здорово, Юр. Здравствуй. Что, снимаем? Да-да, вот снимаю видео о наших сотрудниках, о хобби. Вот ты в прошлый раз говорил, что в бильярд играешь. Играю в бильярд. А куда ходишь? В какой клуб? Здесь у нас недалеко, Биберево, Шаровня называется. Хороший клуб, отличный. Угу. А разновидности какие вообще? Ну, тебя интересуют? Бильярд? Да, бильярд. Ой, их очень много разновидностей. Моя, допустим, вот любимая — это свободная пирамида москалиха. А так они есть: снукер, пул, кайса, новус. О, ой, очень много. Карамболь, угу, французский есть. Угу, ну, да. Это на любителя, когда, да. Кто-то. А давно вообще занимаешься? Ой, уже лет 15, наверное, так. Ну, я стараюсь совершенствовать, конечно, свои потихонечку навыки. А просто играешь или в каких соревнованиях участвуешь? Ну, в основном для себя, но пару раз участвовал в соревновании, так, небольшие призы были, скромненькие. Выигрывал все равно, выигрывал, да? Да, стараюсь. А кий свой у тебя свой? Свой кий у меня есть, это чисто только для соревнований. Только. То есть, если просто ты так играешь, то там пользуешься, да? Да, теми стараюсь. Все понятно. Ладно, хорошо, не буду тебя отвлекать тогда. Пойду.